Привет! Я Алена Терещенко, визажист Oriflame, официальной косметики проекта «Голос». Этот телепроект впервые появился в 2010 году в Голландии и за 5 лет существования покорил многие страны и сердца миллионов зрителей. В интернете видео выступлений участников проекта смотрят не только наши соотечественники, но и поклонники телешоу из других стран. Это огромная ответственность выглядеть хорошо перед такой аудиторией. А за успехами Габриэлы с одинаковым интересом наблюдают из России и Бразилии. Вот такой образ у меня получился. Если вам понравился образ Габриэлы и вы хотите повторить его, внимательно следите за моим мастер-классом. У Габриэлы очень красивый оттенок кожи, и для того, чтобы подчеркнуть его достоинства, я буду использовать минеральную тональную основу. Распределяю ее кистью круговыми движениями. Корректирую форму лица и придаю естественное сияние румянами в шариках. Аккуратно уложенные брови являются неотъемлемой частью макияжа. Укладываю их при помощи цветного геля. Для того, чтобы визуально увеличить глаз, я наношу белые тени во внутренний уголок и на все подвижное веко. Выразительность взгляду придаст черный карандаш на водной линии и во внешнем уголке глаза. Прокрашиваю ресницы. Наношу 2 слоя на внешние уголки, создавая эффект лисьего взгляда. В завершении на губы наношу помаду оттенка нюд. Готово! Мы повторили образ Габриэлы. Следуйте моим советам, и у вас тоже получится идеальный макияж, который выдержит натиск даже миллионов взглядов. Следите за новыми мастер-классами на сайте oriflame.ru/voice. До встречи!